Mecenasem cyfrowej rekonstrukcji filmu jest PKO Bank Polski. Производство творческого коллектива «Кадр. Польша». Фильм Юлиуша Махульского. «Кинг Сайз». В ролях Яцек Хмельник, Ежи Штур, Катажина Фигура. Джегош Хераминский и Ахим Лямже, Маций Козловский. Нет в мире лучше места, чем шкаф, любимый мой. Пусть в нем немного тесно, зато тепло зимой. Коль жизнь тебя зажала и стиснула в горсти, стань просто гномом малым, размер свой сокращи. И станет мир беспечен и радостен вокруг. Делиться с ближним нечем, и значит ближний друг. Художник Януш Сосновский. Композитор Кшесимир Демпский. Кто мелок и послушен, тот счастлив, знает гном. Хотя порой душен наш герметичный дом. Мрак душу разрывает и давит потолок. У маленьких бывает и сердце с ноготок. Оператор Ежи Лукашевич. Сценаристы Юлиуш Махульский и Аланта Хартвик. Режиссер Юлиуш Махульский. Только что увидел здесь, на дороге. Далеко он не мог уйти. Хочу тебе кое-что сказать.
Хочешь мне кое-что сказать? Наконец-то. Я еще никому об этом не говорил. Ни одной женщине? Ни одной. Только обещай, что не станешь смеяться. Обещаю. Я не знаю, как тебе объяснить. Дело в том, не смейся, я гномик. Ты мне так предлагаешь руку? Кузнечик, слушаю. Ты, Едлина слушает вас. Ольга-то, извини, что позвонил. Ты мне очень нужен. Адась, я тебя прибью, проси уже не звонить. Оля, они гонятся за мной. Адась, мне надоели твои фантазии. Я занят устройством личной жизни. Это не фантазия. Я нарушил монополию. Получил кинг-сайз. Что? Получил кинг-сайз? Где ты находишься? Рядом с твоим домом. За мной гонится пробирка с эликсиром при мне. Беги в гостиницу, там в холле много народу. Будешь в безопасности. Я уже выхожу. К людям убегает хитрец. Как действуем, брат-гном-порученец? Применим вариант Н5. Что такое? Смотреть-то. Понятно. Дай-ка сюда. Надо мне кожа нужна. Оля! Люди, спасите! Спасите меня! Люди! Адаш! Счастливого пути! Господа, не беспокойтесь! Господа, ничего не случилось! Ситуация под контролем! Благодарю за внимание! Нет! Тихо! Нет! Эй, подождите! Не уезжайте! Вы мне очень нужны! Едем за этим красным фиатом. Парень, ты что, это мое место? А, конечно, конечно, извините. За ней. Скорее, за ней! За ней! Откройте дверь! Немедленно откройте! Милиция! Что вам? А где третий? Какой третий? Ну, тот. Тот? Ушел. Голый. Разделся и ушел. Разделся и ушел. Вот как. А куда? Туда. Спасите! 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 Что за чертовщина? Делайте! Уберите! Это что? Вы с ума сошли? Слезоточивый газ! Вы испугались? Разве я похож на бандита? Разве могут у бандита быть такие глаза? Я буду заглядывать в ваши глаза. Я думала, вы сексуальный маньяк. Ой, сейчас не до этого. Разрешите мне войти, я вам все объясню. Что они делают? Ходите. Подождите меня здесь. Hey!
Прошу прощения. Только пейте наоборот. Лучшее средство от икоты. Ага. Наоборот. Ой, извините, этот газ очень вредный. Перестаньте тереть. Извините, что я вас напугал, но я боялся, что вы потеряете. Что я потеряю? Я видел, как на вас налетел тот в гостинице, он мне кое-что принес. Ну и при чем тут а я? А вы подвернулись и все испортили. Разрешите. Я сейчас уйду, только отдайте мне это. Он положил вам в карман, я заметил. Заметил. Он положил мне в карман, а я этого не почувствовала. Кто вы такой? И что это за типы были в гостинице? Хотите все знать? Да. Отдайте мне склянку, и я вам скажу. Какую склянку? Ту, которая у вас в кармане плаща. О, боже. Спокойно, спокойно. В левом. Влево. Отдам, если скажете, в чем дело. Ну, я хотел сначала убедиться, что она здесь. Нет, не может быть. Не может быть. Она, наверное, за подкладкой. Господи, господи, вы же женщина. Ходите с дырявыми карманами. Как вам не стыдно? Мне его еще носить. А, и вы смеетесь. Ада с жизнью рисковал. А что было в этой склянке? Подождите минутку. Может, в лаборатории что-то осталось? А что в склянке? Вы мне не ответили. Свобода. Если я захочу, она выйдет за меня замуж. А моя омлет готовит, пальчики оближешь. Здесь растрена. Кажется, в нас есть что-то такое, что их сильно распаляет. Что бы это могло быть? Я же говорил, что никто не придет. Я за ним следил 2 недели. У Адыся сообщников не было. Ха, ну, раз велели устроить засаду, что спорить? Плохо, что ли, остаться еще на недельку в Кингсайд? Ага! Когда еще придет? Смотри, чайник не выключили. От этих забав совсем голову потерял. Ух, какой горячий. Только бы зловредный не узнал. Говорят, наш братец, гном-сверхначальник, сам любит пошалить. Вот и кофе. Надо было наших багенов сюда привезти. Порезвились бы на славу. Да, они бы нас запомнили надолго. У меня почему-то такое предчувствие, что это будет наша самая спокойная миссия. Секс-миссия! Мой зад! Петя! Вытащи меня, Петя! Уходи! Стой! Не с места! Петя! Ах ты, вонючка! От меня не уйдешь. Ева, я здесь. Это называется 5 минут? Я был в гостинице, встретил там девушку и пошел к ней домой. После этого я заглянул в лабораторию Адыся и там застал 2 мужчин.
а на крыше сидел кот. Он на меня напал, и я свалился с крыши. Ты оставляешь невесту ради какой-то женщины из гостиницы и еще говоришь мне об этом. Мы же все говорим друг другу. На кого ты похож? Ты забыл, что мы завтра приглашены на обед, но в таком виде ты не можешь появиться. Я поняла. Ты это устроил, чтобы не знакомиться с мамочкой. Я же люблю тебя. Зачем ты так? Как это могло случиться? Химический состав этого эликсира – строжайшая государственная тайна, не правда ли? Так точно. Строжайшая. Даже те, кто производит King Size, не знают его точного состава. Так точно, не знают. Как же тогда? Да. Как же тогда? Не повторяйте за мной, мать вашу. Так точно. Но ведь он когда-то участвовал в изготовлении King Size. Хорошо хоть, что этот тип у нас в руках. Не упустили. Как с лабораторией? Пока мы гнались за Адесем, коллеги Пыти и Гиль ликвидировали ее. Так что опасности нет. Гиль и Пыти организовали засаду? Так точно. У него могли быть сообщники. Если провалят эту миссию, я их тут же скормлю птицам. А что? А что? Правильно? Хорошо поработали. Давайте сюда нашего Иуду. Подойдите сюда. Ну и видок у вас, нечего сказать. Зачем вы это сделали? Или вам чего-то не хватало? Не слышал, вы получили отдельный ящик. Ваш ящик не в ящике счастья. Да разве может ученый всю жизнь переливать что-то, даже не зная для чего? Да, отчаяние, утрата веры. Я знаю, у каждого это бывает. Хочется бежать от всего этого подальше. И только чувство долга удерживает нас на месте. Я сам лично это пережил. Было. Но не думайте, мы не мстительны. Если вы добровольно, письменно покаетесь и не будете производить King Size, мы простим ваши заблуждения. Напрасная трата времени. Я не буду каяться. Поганый интеллигентишка! И ты не боишься предателей, что тебе придется отвечать за шпионаж в пользу Коктамонов? Считаешь, что ты герой? Своей антигосударственной деятельностью ты подрубаешь сук, на котором мы все сидим! Да, и это только начало. Долго вам не усидеть. Если не я сегодня, то кто-нибудь другой завтра с вами покончит. Так. Последний вопрос. Где ты взял формулу King Size? Поцелуйте меня сюда! Милый, а ласку еще нужно заслужить. Вась! Пан Ольгерт, я вызвала вас в редакцию для очень серьезного разговора. Конфеточку. Берите, берите. Я прочла ваш последний очерк. Необычайно интересно, необычайно. Но у меня возникли сомнения. Вот, например, вы делите гномов на консерваторов и радикалов. Надо ли это? А вот еще, пишите так. Он сощурил свои глаза цвета пива. Пиво. Пан Ольгерт, в эпоху борьбы с алкоголизмом? Это придется заменить, например, на ореховые или светлокарие. Впрочем, я ничего не навязываю. Извините, я хочу попросить отпуск за свой счет. Сначала принесите мне статью. Сегодня уже четвертая. Уже четвертая? Что удивляетесь? Вчера было третье, завтра будет пятое, а все течет. Вот как статья. Я люблю. Можете на меня рассчитывать. Я люблю и понимаю молодежь. Когда? Пола Когда.
Есть молоко? Где-то была одна. А оказывается, ее уже купили. Ты что? Отдай мой напиток. Плачу 1000 злотых. Я тебе покажу 1000. Я жду гостей. Дам 2. И эти часы. А? Видели психа? Ну. И пролез без корзинки. Что такое? Ах ты прохвост! Открой, ворюга! Вы что, магазин хотите разнести? Кохту у меня украл. Не прощу. Спокойно, открываю. Вызовите милицию. Я за все заплатил. Нет, мне нужна бутылка. Пожалуйста, я помогу. А вы кто? Дружинник? Я же ему заплатил. Отпустите меня. Куда вы меня тащите? Возьмите, пожалуйста. Моя кокта. Я вижу, все в порядке. Эй, извините, пани, я хотел вас поблагодарить. Ах, какая мелочь, не стоит. Вы знаете, что для меня это очень важно. Извините, я тороплюсь на работу, поэтому я попросила бы... Да-да, конечно. Ну, если вам в ту же сторону, я могу вас подбросить. В ту? Вы очень любезны. Да, но это мое место. О, садитесь, садитесь. Подержите. Да. Какой цветочек. Огромное вам спасибо. А, осторожно. Ты опоздал на 15 минут. Евик, извини, ради бога. Салют. Привет. В чем дело? Ты опять в последнюю минуту. А это что за пугало? А это мой жених. Извини. Журналист. Кинг – это король. Сайз – это размер. Кинг сайз – это королевский размер. Душа во плоть заключена, как в шкаф. На мир взирает через щели глаз. Но выход есть. И шкаф свой разломав, шагни в кинг сайз. Вот кайф, вот высший класс. Там секс. Там радость и мечты, там свет и благодать. King size для каждого, и ты великим можешь стать, а можешь маленьким прожить. Сам должен выбор совершить. Не мешайте. Ну, не трогайте меня. Грудь,
Она все время у вас была. Вы обманули меня. Почему? Ваша цена? $100. 200. Ну, где я возьму $200? Я думала, вам это нужно. Хорошо. Завтра деньги будут. Обада! Завтра уже будет поздно. Прошу. Чего? О, нет! Кинзай. Мне нравится, что вы такой бойкий. Она же могла разбиться. Спасибо. Завтра я принесу тебе. Это подарок. Почему? Просто вы мне... Потому что я так хочу. Размер змей и достань краснолюдкин. Воды все мало до подъяву ма. Зменьша все люди и музычка гра. Мале есть пенькне, каждый из нас то вие. Але в шуфладе настрое со душне. Гды сердце пенькне, то для того же. Мале есть часто, як же мало душне. Вредный. Ведь всё есть для тебя, за малое, за крутки, свой размер смень и достань краснолюдкин. Богды, чем мало, то... Благодарю, что вы так тепло приняли мою коллекцию одежды. Strong Jenny 89. Малое и спинкне каждый стоит. Але в шифладе настрое солдушное. Ведь сердце пеньки, то... Я же вас пригласил на ужин. Не забыл. Кажется, вы редактор газеты. Мне очень приятно. Ольга Едлина. До сих пор, дорогой, твои странности казались мне забавными. Но надеть мою юбку... Я угробила на тебя 2 месяца жизни. С меня хватит. Молодой человек, если я правильно поняла, вы работаете с Санта-Клаусом. Выдумал, что он гномик, чтобы не жениться. Очень оригинально. И если здесь гномы, пойдем мама искать великанов. Поверь мне, Ева, я на самом деле гном. Подержи, мама. О, Эвочка, сильву ты плеванс. Уи, маман. Скафландия. 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 Вырядился, придурок. Твое счастье, что тут дама. Юбку надел извращенец. Извращенец? Кто извращенец? О, боже! Это вы? Простите. Ничего себе отпуск! Простите, но я сам решаю, как и где мне отдыхать.
Я изучаю отношения общества к гномам. Готовлю новую статью. Пан Ольгерт, я за вас очень тревожусь. Вы устали. Возможно, вы внушили себе, что вы гном. Подобные навязчивые идеи возникают у тех, кто постоянно пишет на одну тему. Ой! Вот видите, даже детям не нравятся такие гномы. Не бей дядю, вспотеешь. Что такое? В чем дело? По-моему, вы могли и попрощаться. Браво, браво. Послушайте, это какое-то недоразумение. Ой-ой-ой. Провокатор. Шкафландия. Шкафландия. Хватит, пошли. Мерзавца твой, но одного. Шкафландия. Шотландия? Как Шкафландия? Их Хештенни. Алло, подождите. Вы за мной следите? Это вы за мной бегаете. Сними скорее вату. И колпак. В машину. Нам надо поговорить. А, знаю, с той стороны. Мне надо тебе сказать. Я этого никому не говорил. Не говорил? Ни одной женщине? Ни одной. Только обещай мне, что ты не будешь смеяться. Обещаешь? Обещаю. Я как бы... А, ты гномик. А как ты узнала? Дело в том, что я тоже гномик. Не бывает женщин-гномов. Мой папа был гномом. Он тоже боролся за кинг-сайз для каждого. Думаешь, тогда в гостиницу я пришла просто так? Адес мне позвонил. И ты это скрывала? Ты не был со мной искренним. Ты скрыла от меня, что у старейшин уже давно был эликсир, но они давали его только избранным. Стыдился мне все рассказать, так как сам был избранным. Это было давно. Если пить полукокта регулярно, можно всегда оставаться большим. Мой папа открыл этот закон. Но есть такое место, где не надо ее пить, чтобы не уменьшаться. Вот. Это мой папочка. Зловредный превратил его в кролика. Простите меня, я не представился. Ольгерт Идлина. И? Идлина! Я читала ваши... твои статьи в «Кузнечике». Невероятно! Нет! Лопнет. Так точно. Ну, откуда узнал формулу? Садист. Гномы так не делают, палач. Я не буду говорить. Архимагиус выдал. Я не буду говорить. Спросите у него про этих. А вы что-то слишком стараетесь. Я давно заметил. Редактор Чепуха? Начальник Щебеталка? А может... Нет, Тухляк ни при чем, он не знает! 45? На полную его! Есть на полную! Я скажу!
Это я сам додумался. Методом проб и ошибок. Я сам. Никто мне не помогал. Сверхначальник, мне кажется, что он не врет. По-моему, тоже. Не надо на меня давить, понятно? Отлепить! Квинтоша! Крамероша! Здесь! Мы ждем! Ну что ты, не бойся. Познакомься, наши главные специалисты. Мы уже знакомы. Я на базаре не успел объяснить. Понимаю, вы хотели установить контакт. А мы это приняли за провокацию зловредного. Может, неумело сделано, но с добрыми намерениями. За наших в Шкафландии. Я бы только хотел заметить, что проникнуть в Шкафландию чрезвычайно трудно. Мы не в такие места проникали. Наша задача найти Адася. Остальное доверьте нам. Что остальное? Проникнуть раз, два выкрасть Адася, три бежать и четыре побыстрее. Дайте-ка склянку. King size для каждого. Для всех не хватит, только для нас. Это метафора. Спокойно. А что, если встретим сопротивление? Не беспокойтесь. Видите бутылку? То же случилось с надсверхначальником Тихим. Одежду для операции взяли? Зачем это? У меня есть папина одежда, она тебе подойдет. Кстати, что с папой? Он все еще кролик? Да, к сожалению. Бедняжка, надо бы принести ему клеверка. Надо бы. Но когда мы войдем в Шкафландию, то прежде чем отыщем Адася, мы можем потоптать многих полезных гномов. Мы же будем маленькие. Как маленькие? Так маленькие. И пройдем по трубе. Как маленькие? А что такого? У нас не может не выйти. Все продумано. Есть и запасной вариант. Еще папин. Не может быть. Как маленькие? Маленькие! Есть, дует. Одежда. Раздевайся. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа. Ой, не люблю, не люблю. Расслабь мышцы.
Не люблю, не люблю. Надеюсь, это разовый шприц. Я боюсь пида. Ой. Не беспокойся, все под контролем. Погаси свет, щенок. Одеваемся. King size для каждого. Для каждого? Для каждого. Новенький. Что, крутили тебя? Ага. Раз, ты в очках. Значит, профессор? Да, в некотором роде химик. А за что? Строптивость третьей степени. Значит, бунтовщик. Малолеток. Наверх, быстро. Без разговоров. Профессор будет спать на твоем месте. Что? Нет, нет, я буду спать на полу. Малолеток. И запомни, ты будешь дежурить за профессором. Понял. Но... Но, коллеги, я же могу это делать сам. Сам. Нет, у тебя, профессор, другая задача. Какая? Сиди и замышляй. Спускаюсь. Страхуй. Осторожно бросаю. Натяни. Теперь я. Осторожно бросаю. Осторожно прыгаю. Приближаемся к зоне зловредного. Повнимательнее. Ой. Здесь этого не было. Дьявол, высокое напряжение. Что делать? Нам без него не справиться. Тихо, тихо. Бывает. И не такое бывало. Я сам продолжу борьбу. Наше дело требует жертв. Или ты думаешь, что я не справлюсь? Но он был проводником. Мы уже почти на месте. Единственное, что мы можем для него сделать... Это почтить его минутой молчания.
еще там есть небо, снег, ветер, трава. Значит, профессор, у них там не так плохо, как у нас говорят? Что вам ответить? Там просто все иначе. А я тоже когда-то видел небо. Голубое такое. Через маленькую щелочку в ящике. Придурок, я понял, о чем ты. Это вовсе не небо. Это ведро. Ведро там стояло. Тогда ответь. Если ты и так был в большом мире, зачем тебе кинг-сайз? Все эти хлопоты. И потом все знают. Старейшины этого не любят. Я думал о других. По-моему, каждый сам должен выбирать, каким ему быть. А мой друг, который тоже однажды был в большом мире, говорил, что там есть такие, ну, как бы, ну, такие, ну, баночки. Бабочки, болван. Бабёночки. А правда, что они такие? Мягкие такие. Ароматные. Ты говоришь про женщин. Ну да, они славные и милые. Только на них у меня не было времени. Все химия, химия. Не знаю. Хотел бы я жить в этом большом мире среди людей. Мне и тут хорошо. Все-таки быть большим чертовски рискованно. Как говорил поэт, бал, дау-дау. Идите сюда, Адась. Мы опять будем вас крутить. Нет, нет! Не бойтесь, Адась. Есть и другие средства, чтобы сделать из вас мирного гнома. На свалку! На работу! Прощайте. А вы дерьмо, а не провокаторы. Но ведь он так клёво всё рассказывал. Да заткнись ты! Кажется, мы пришли. Тихо! Здесь может быть ловушка. Сейчас проверим. Оп! Не думай обо мне! Выполняй задание! Дай булавку, я им живым не дамся! Что? Дай булавку! Нет, я не могу вас так оставить! Задание! Задание! Нет! Спасай, Адася! Я не уйду! Кинг-сайз для каждого! Шкафология.
Возьмете щепку? Что, простите? Дешево продаю. За 1300. У спекулянтов по две. Редкий случай. А, берешь? Берешь? Спецгномы. Исчезаю. Сейчас, сейчас. Лягушачья икра. Ваш талон, пожалуйста. Листового шуму, стакан. От шума я бы и сам не отказался. Вы что, отсутствовали последние 2 года? Продажа спиртного запрещена до особого распоряжения. Кому муха, а ля дичь мне. Свежие мухи? Только что из паутины. Тогда давай. Талон, пожалуйста. Мухи только на талоны. Какие талоны? Ему без талона. Прекратите, а то позову спецгномов. Что за привилегии? Кумовство! Долой талоны! Долой талоны! Прекратить привилегии! Долой талоны! Послушайте, тут один скандал устроил. Долой! Правильно говоришь! Прекратите агитировать в столовой! Правильно! Молчите! Мерзость! Мерзость, страшная гадость. Моя муха. Да, муха. Аля дичь. Аля дичь. Это скотч? Это скотч? Заклейте-ка меня! Оставим иллюзии. Не все гномики обязательно. Бывают веселые и приветливые. Мы должны знать все стороны правды. И радостные, и печальные. С этой трибуны, от имени секции подосиновиков, я требую срочного переиздания всех сказок братьев Гримм. Издать братьям Гримм! Это Красная Крымская Народная Республика! Да здравствуйте! Да здравствуйте! Эту работу надо поручить самым опытным писцам. Мы, настоящие гномы, как Мандрагора, должны знать свои корни. А кто этого не понимает, тот презренная гнилушка, а не корень. Я вас как будто где-то видел, забыл. Но ни о какой вашей миссии мне неизвестно. Это же естественно. Моя миссия была засекречена. Мне поручили перейти в Кинсайз и проникнуть в ряды полых атаманов. Пожалуйста, присаживайтесь. Извините. Позвольте узнать, а... чей это был приказ? Может, тут дело постоянно? Тихо, притворяется. Тихий. Моим шефом был надсверхначальник Тихий. И только он знал об этой миссии. Не слишком ли удачно все для вас сложилось? Ведь сверхначальник Тихий ушел из жизни. Пола Коктамана его убили. Тихого уже нет? Да. В таком случае почтим его минутой молчания. Ах ты, обманщик, такой щекой розеточек!
Подожди. Ты же сам в розыске, полукоктоман. Я? Хорош гусь, шпионить сюда пришел. Удрали отсюда. Легкой свистни захотели, родину продали. Но от нас не скроешься. Неужели вы думаете, что я настолько наивен прийти сюда, отдаться вам в руки, мне и в большом мире не плохо? Я спровоцировал заваруху в столовой, чтобы добраться до вас. А мне ваша хитрая рожа не нравится. Вот что, придется угостить вами птичек. А что? Птичек? С птичками успеется. Сначала выслушайте, что меня сюда привело. Ну, говорили. У вас 3 минуты. Спешу сообщить, что Шкафландия в опасности. Монополия на кинг-сайз нарушена. Это же мне великая сенсация. Нам это давно известно. Мы сцапали предателя. Когда вы успели? Я разговаривал с ним 2 часа назад. Как? Ну, такой высокий, чернявый. Как? Его зовут Зенон Бонбалино. У него подпольная лаборатория, а у его сообщника Адеся другая, в центре города. Что? Кто сообщник? Адес. Хабс. Да, я немало потратил времени, пока все это распутал. Угу. Невзрачный? Ну, невзрачный. Где Вась? В столовой. Там мух дают. Идите за ним. И подайте мне машину. Так точно. Заведи. Пружинки вроде новые. Извините, куда мы направляемся? Неплохая тачка. Братец Гном, сверхначальник, дежурный по свалке Пузик. Хорошо служишь. Скорее. Посмотрите, что у нас делают такие, как вы. Идите за мной. Так. Оля? Начнем осмотр. Отсюда видна панорама свалки. Я привел вас сюда, чтобы вы увидели, как мы перевоспитываем гномов, которые подвели нас. Да. Ну что ж. Показывайте вашего Хабса. Вы Антон, в очках. Адис Хабс, подставное лицо. Вот спросите у него про Зенека Бомбалину, он сразу растеряется. Зовите. Хабс, ко мне. Живо, живо. Пошевеливайся. Вы вытащили пустышку. Только взгляните на эту мелкоту. Разве он мог составить формулу? Бомбалина, тот мозг, а это только пешка. Вы его знаете? Не знаком с этим гномом. Никогда его не видел. Шапочку снимите, раз со мной разговариваете. Я сам составил формулу, и мне никто не помогал. Запирается. Он покрывает Зенека. Последняя возможность сказать что-то дельное, а он еще врет. Для кого дельное? Ну? Уверяет, что он сам составил формулу. Пусть скажет, из чего. Умник. Конечно, я тебя узнал. Узнал. Это было в кафе «Бива». Мы ели бекон и запивали водой из крана. Сырой водой. Достаточно. Но... Кафе «Бива». Много водицы. Он помешался. Чтобы остудиться. Видимо, мы его перекрутили.
Кафе Бива! Кафе Бива! Много водицы! Работать, чтобы остудиться! Работать! Кафе Бива! Там бекон и много водицы! Кафе Бива! Чтобы остудиться! В этом помешательстве своя метода. Ну, какая? А теперь займемся этим бамболиной. Так точно. Я вас проведу в его лабораторию. Перейдем к Инсайз и тут же к нему в гости. Хорошая идея. Так, вы нам даете адрес бамболина, а Вася и Зиль зайдут за ним. Я буду в сауне. Не хочется покровенничать с вами. Это наша чертова мельница. Я часто задумываюсь, но не могу понять, что им надо этим полукоктоманам. Ну, чего им не хватало в шкафлане? Они были тепло, нарядно одеты, сыты, могли заниматься интересным делом. Ведь у некоторых даже отдельный ящик был. Часто, находясь среди полукоктоманов, я слышал, как они говорили, что существование гномиков не имеет никакого смысла, если гномики никому не нужны. Где те кони, которым можно заплетать гривы, говорили они? Для кого нам ночью молоть зерно на мельнице? Чистить кастрюли песком. Даже сироткам не нужна наша помощь. Дети в гномов запускают башмака. Да-да-да, это типично для извращенного мышления полукоктоманов. Раз уж мы гномы, несмотря ни на что существуем, значит, мы для чего-то нужны. У нас большие неиспользованные возможности. Почитайте хотя бы Андерсена или Конопницкую. Или, к примеру, сказки братьев Гримм. Гармония современного мира без нас, без гномов, была бы нарушена. Подайте новый веник, черт! Братец-гном-сверхначальник, у меня идея. Почему бы не сделать эликсир доступным для каждого? Тогда мы, наконец, будем знать, кто хочет быть гномом, а кто нет. Останутся настоящие гномы, а другие нам ни к чему. Суть в том, что нам нужны все без исключения. И те, кто хочет, и те, кто сомневается. А иначе до того дойдет, что в один прекрасный день только мы двое и останемся коням гривы заплетать. Каждому известно, полукоктоманы нас не любят. Но мы их будем любить до тех пор, пока они нас тоже не полюбят. Убавь немного пару. А может, идите-ка сюда. Я с вами хочу поделиться, как гном с гномом. Знаете, что их влечет в большой мир на самом деле? Сильнее всех высоких слов и идей. Что? Бабенки! Утехи и шалость им подавай! О! Удирает! Удирает! Держите его! Утехи, примитив, серость! А как же свобода? А честь? А размер? Вась! Ты! Ко мне! Ой! Вот новый веник! Вытащите меня! Есть! Давай! Ну! В чем дело? Не открывайте. Наверное, заклинило. Возиться некогда. Чайник на ролике и за ним. Есть. Ты что, с ума сошел? Почему так медленно? Он может уйти. Раз, два, взяли. Три. За ним! Вперед! Прибавьте шагу! Ой, Оля! Хорошо, что ты вернулся! О, это я! Это я. Мы обижены на тебя. Где ты был 2 года? Мы вчера яйцо раздобыли. Яйцо? Такой банкет открохали. Да. Поезжай на красный. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два.
Стой! Куда? Назад! Терпи его! Спасите! Спасите! Я пойду за ним. Я тебя прикрою. Только осторожно. Осторожно. Никуда не денется. Отчизна моя, родина гномов. Отчизна. Оля! Параграф! Мне надо где-то спрятаться. За мной гонится. Гномов, кто здесь вы? Идем, идем, идем! Идем! Ящик выдвинут, можешь там укрыться. Спасибо тебе, спасибо. Верным. Параграф, иди со мной. У меня есть большая склянка с кинсайзом. Через 10 минут мы будем в большом мире. Да я уже там когда-то был. Там чересчур все большое. Трава прекрасна. Прекрасно. Небо прекрасно. Прекрасно. Тогда почему до конца дней своих ты хочешь оставаться в ящике? Но это моя родина. И поэтому ты хочешь быть гномом всю жизнь? А мне это никогда не мешало. Кому-то надо быть маленьким, чтобы другие казались большими. А потом ты не пожалеешь? Между нами говоря, у всех в доме должны быть увеличительные капли. Но я никогда не хотел быть большим. Пора. Шкафландия. Отчизна наша. Тут случайно никто не пробегал? А? Нет. Ну что? Никого нет. За мной! Вперед, быстро! Меня не смущает твоя теснота. Теснота. Тут дали всего два ящика лука. Никакой справедливости. Осторожно! Нет! По указанному адресу действительно живет Бамбалина Зе. Полегче, Вась. Среднего возраста. Энергичный главный редактор журнала «Кузнечик». Взяли его. Невзирая на совпадение фамилии и адреса. Есть. Мы должны категорически исключить участие Зе Бамбалины в производстве эликсира и раскрытии формулы кинсайса. Почему? Это баба. Тогда зачем ты у меня время отнимаешь? Не видишь, что у меня и других дел полно? Ау! 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 Снимайте! Осторожней уши! Помоги! Ау!
Ползучий. Как он ловко провел нас. Хватит, решено. Они хотят войны, да? Точно. Тогда они ее получат. Чаша терпения переполнилась. Надо их немедленно и окончательно изолировать от полутокты. Кто не с нами, тот против нас. Под поручение с вас? Я. Вызвать группу для особых заданий. Есть. Поручение Цзин? Я. Я сейчас простужусь. Так точно. Запасной вариант. Использую запасной вариант. Наконец-то. Оля, ты один? А где остальные? Погибли при исполнении. Формулы нет, адрес сошел с ума. Вот это да! Какая же ты громадная! Повтори слово в слово, что тебе сказал адрес. Кафе Биба, бекон и много воды. Он сошел с ума от отчаяния. Ты не перепутал? Конечно, нет. Он это несколько раз повторил. А если бы ты был на его месте, и у тебя появился шанс передать формулу, как бы ты поступил? Написал бы записку. А если бы пришлось передать устно, да еще при свидетелях? Я бы постарался ее зашифровать. Естественно, надеясь на догадливость адресата. Что именно ты зашифруешь? Химические элементы. Угу. А если записать так? К... П, Би, Ба, Бе, Ко, Н, вода. Одним словом получается. Висмут, железо, бериллий, барий, кальций, Ко. Что такое Ко? Ко пока я еще не знаю. А в конце натрий и вода. А как же Ко? Может быть, кобальт. А вдруг Адась поставил К вместо С, чтобы получилось обычное слово. Какая же ты умница. Просто я знаю его лучше, чем ты. Вас что-то объединяло? Общее стремление. Общее стремление? На черный день. Давай. Получайте полох Актаманы. Доброе утро. Аля! Аля, вставай, пора кормить папочку. Аля! Эй! Аля на работу! Раз, и два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ah!
Обязательно надо принять меры, чтобы ты снова увеличился. King size. Ну, скорее, скорее! Пожалуйста, скорее. Стой на одном месте, спокойнее! Давай! Ну как? Ну, в чем дело? Почему не получается? Может, не в тех пропорциях. Успокойся. Попробую это. Мне холодно. Ну-ну-ну-ну-ну, осторожнее, только без этого. Не понимаю, где ошибка? Я уже все перепробовала, все соотношения. Ты должна меня увеличить. Что-то я делаю не так. Я вижу. Черт возьми, только пожара не хватало. Адость, помоги! А то мы оба пропали! Адость, спаси! Адость, спаси? Что ты? Адость, помоги! Оля! 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 Нет, 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 нет! Я сам с собой. Прошу прощения. Вчера поздно ночью произошел загадочный случай. Единственный в стране завод Пола Кокте вдруг взлетел на воздух. В чем причина взрыва? Что? Это был газ. Что? Да, это был газ. Иначе я бы обязательно... Негодяй! Что-нибудь... Негодяй! Или Цезарь. Цезарь. Ваша собака... Наверняка у нее это отличный. Дело рук зловредного. Сатрап, тиран. Все, это конец. Пола Кокте уничтожена. Формуле ошибка. Жертв, к счастью, не было, но это происшествие вызвало сегодня в ранние утренние часы настоящий штурм магазинов, в которых продается Пола Кокте. Масштабы штурма превзошли всякие ожидания. К счастью, у меня запас в холодильнике. Подумать, что эта история таит в себе много загадок. К нам поступают заявления об исчезновении мужчин, которые вышли за Пола Кокте. Найдена только их одежда. Высказываются опасения, что ее могут похитить. Однако для беспокойства причин нет, поскольку найденные вещи охраняются. Что теперь будет с нашими? А что будет со мной? Оля. Оля. Вода. В лаборатории. Из-под крана. Вода. Из-под крана. В лаборатории. Что? Вода? Какая вода? Вода. Нужна вода. О чем ты говоришь? Слушай. Мы не добавили воды, поэтому не вышло. Как же я добавляла? Ты добавляла дистиллированную, а надо из лаборатории Адыси, из-под крана. Откуда ты взял это? Адыс передал. Хи-хи, магия снова действует! Я опять буду большой! Скорее беги за той водой, вся надежда только на нее! Карауль квартиру,
брусника земляники. Я брусника. Бабенка подъехала к дому. Усилить бдительность. Фаза С. Брусника, брусника, говорит земляника. Бабенка вошла. Земляника ко мне, клиентка уезжает, уезжает! Понял, понял! Давай, давай! Лечу, лечу! Пан Ольгерд! Куда вы исчезли? Алло! Опять это. Я вас слушаю. Простите меня, что я пришла без предупреждения. Но ваш отпуск кончился. На работу вы не пришли. Я стала беспокоиться за ваше здоровье. Коллектив тоже волнуется. Коллектив? Коллектив? О, а голосок-то у вас слабенький. У меня было много дел. Но я обещаю, что скоро появлюсь в кузнечике. Понимаю, пан Ольгерд, у вас личная жизнь, но, видите ли, с другой стороны, учтите, существует трудовая дисциплина. И за ее соблюдение я отвечаю. Извините меня, пожалуйста, но в моей личной жизни произошли большие перемены. Боже милосердный, что вы сделали с собой? Вы вправду внушили себе, что стали гномихом, а? Ай, что за баба? Ай. Скорая помощь слушает. Добрый день, пани. Ага. Скорая помощь слушает. Добрый день. Я хотел бы вызвать скорую. Женщине плохо. Что случилось? Даже не знаю. Она меня навестила. Мы нормально разговаривали. И вдруг она бух на пол. Адрес? Подлесный 4. Ваша фамилия? Что? Ваша фамилия? Евелина Ольгерд. Принято. А, наконец-то! Теперь получится. Кто это лежит? А, это моя начальница. Я уже вызвал скорую. Чем она тут занимается? Ничем, просто лежит. Клянусь папиными ушами, должно получиться. Ну, хоть бы вышло, хоть бы вышло, хоть бы вышло. Должно получиться, а? Это, наверное, скорая. Поговори с ними. Угу. И пусть ее скорее забирают. Ни минуты покоя. Вы по вызову? Да. Мы к журналисту Ольгерду. Малине. Едлине. Сожалею, но его дома нет. Сожалею, но я вам не верю. Ах!
Оля, беги! Ой. Оля, беги! Аля, держись! Я уже спустился! Прячься! Под шкаф! Под шкаф! Нет! Нет! А вы? Вы кто такая? Приятельница журналиста. Ольгерда. Ольгерд, о боже, он превратился в гномика. Кто превратился в гномика? Вы с ума сошли? Наверное, начитались детских баек. Вам нужно взять отпуск. Простите, я, пожалуй, пойду. До свидания. Всего хорошего. В среду, как всегда, редколлегия. Аля. Наконец-то ты большой. И сильный. На скорую вызывали? В столовой. О, хорошо, что вы пришли. Этим двоим нужна помощь. Но вызов был к женщине. Да, но она сама ушла. Ладно, берем то, что есть. Гейкум-кейкум. Оля, спасай. Оля, спасай. Порежь для салата. Гейкум-кейкум. Кажется, Адасю грозит опасность. Гейкум-кейкум. Оля, спасай. Гейкум-кейкум. Оля, спасай. Здравствуйте, братья гномы! Шагов от подъезда. Раз, два, три, четыре, хорошо. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Шкаф Ландия здесь. Так, давайте сюда. Кафе Биба. Кальций, железо, висмут, барий. Матахари, твою мать! Начинайте. За строптивость первой степени, за шпионаж в пользу полукоктаманов и предательство Шкафландии, за выдачу врагам Шкафландии важнейших секретных сведений, ренегат Хабс Адам приговаривается к четвертованию ящерезкой. Подписал сей приговор от имени Верховного Трибунала сверхначальник 13-го дождевого 25-го года обжалованию не подлежит. Братья заплечные, делайте, что вам положено. Нет, 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 Оля! Спасибо!
Спаси, Коля! Спаси, Гейкум, Гейкум! Коля, спаси! Нет! Долбите! Долбите скорее! Долбите же, ну скорее! Почему не предупредили? Да не держите меня! За свободу, друзья! За свободу! Друзья, за свободу! Можно с тобой? Лучше я сам. Жди меня здесь. Я вернусь с Адасем. Или не вернусь. Береги себя. Все будет хорошо. Довольно, спасибо. Сейчас я с вами расплачусь. Адась? 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 Ты осмелился прийти с таким ростом в Шкафландию? Нарушил наш вечный святой закон. Никогда тебе этого не простим. Отдай мне шприцы, сынок. Ой! Уколол меня, уколол, уколол меня, свинья! Ешь, папочка. Я начинаю беспокоиться. Он уже должен прийти. Что могло случиться? Братец, гном, зверь, начальник, он удрал в сортир! За ним в сортир! Никак не влезу. Где он? Здесь, здесь, здесь. Да, здесь. Помогите. Хватайте его! Стой! Хватайте! Стой! Обстреляй его! Раскачивай! Раз! Уходит! Клейте бумагу для перехвата! Так точно! Он на раковине. Значит, наш. Подсади меня. Хей. Хо. Хей. Вась, лови его. Хо. Есть.
Держи меня, страхуй. Есть. Заходи с фланга. Окружаю. Так, попался я, ловчик. Попался? Поувеличивали, сестрой, ты себя. Слишком добрым я был. Больше не разрешу переходить в кинг-сайз. Сейчас. Прыгаем за ним! Нет! Мылом. Добьем его мылом. Так точно. Раз, два, три, четыре. 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 Стоп. Стоп. Раз, два, и... Бросим! Не рассчитали. Чуть-чуть. Есть другое мыло? Нет. Со мной, скорей, на бумагу. Ох, сейчас она меня получит, предатель. Ох, получит. Получит. Внимание. Прыгаем по одному. Так точно. Так точно. Ап. Я на месте. Следующий. Подпорученец Вась здесь. Подпорученец Зыль здесь. Держитесь, ребята. Есть. Есть. Тебя достану. И теперь ты мой, никуда не денешься. Мой будешь, только мой. Не выйдет, сатрап. Сейчас я до тебя доберусь. Я падаю! Больше не могу! Нас слишком много. Мы все упадем. Отпускай руки, Вась, прыгай! Ура! Прыгай, сын! Ура! Прочь, карлик-тиран! Прыгай, там твое место! Прыгай! Наконец-то! Папочка дорогой! А я уж забыла, как ты выглядишь! Ты свободен! Злые чары исчезли! Папа! А как же твои зубы и уши? Схожу к зубному! Ветеринар! Оля! Адась! Здравствуй. А что... что дальше? Новая жизнь! Теперь кинсайз будет для всех! Ага! Это где-то на юге. Мне еще неизвестны точные координаты, но мы найдем. Там не надо пить полукокту, чтобы все время быть большим. На юг! Что это? Куда мы приехали? Ейкум, кейкум? Кажется, мы поехали не в ту сторону. А? Мы перепутали, заехали не туда. Папа, ты нас надул.
хочу быть большим, только не маленьким. Только не маленьким. И это